Ты меня пытал. Почему? Ты сказала, что хочешь жить без страха. К сожалению, более легкого способа не существует. Господи. Знаю, ты никогда не простишь меня. Ты меня пытал. Почему? Ты сказала, что хочешь жить без страха. К сожалению, более легкого способа не существует. Господи. Знаю, ты никогда не простишь меня. Но никогда и не поймешь, как тяжело было мне самому. Каждый день я смотрел на себя, как ты сейчас смотришь на меня. Каждый день я хотел прекратить это, но каждый раз ты отказывалась сдаваться. И я понимал, нельзя. Ты псих! Ты дьявол! Ты могла прекратить это, Иви. Ты могла сдаться, но не сдалась. Почему? Я тебя ненавижу! Оставь меня! Вот оно! Сначала я тоже думал, что это ненависть. Я не знал ничего, кроме нее. Ненависть создала мой мир, лишила свободы, научила есть, пить, дышать. Я думал, что смертельно отравлен ненавистью. А потом что-то произошло. Произошло со мной, как и с тобой сейчас. Замолчи! Я не хочу слушать твое вранье! Это ведь твой отец сказал, что художники с помощью лжи открывают правду. Да, я создал ложь, но поверив в нее, ты узнала правду о самой себе. Чушь. То, что было правдой в той камере, осталось правдой и сейчас. То, что ты там чувствовала, не имеет отношения ко мне. Я ничего больше чувствовать не могу. Не прячься от этого, Иви. Ты пряталась всю жизнь. Никогда.